Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте на странице 50 выполним задание под номером 2. Состав схемы на основе схемы в учебнике на странице 103, заменив текст символами, рисунками. Итак, схема называется так: «Роль леса в природе и в жизни людей». Первое, что написано на этой схеме, то, что лес – это дом для растений, животных и грибов. Схематически мы это можем изобразить в виде рисунка гриба. Второе. Лес – защитник воздуха, водоемов и почв. Поэтому на втором рисунке мы можем нарисовать дерево, деревья, растущие по берегам рек, которые защищают водоемы, потому что люди давно заметили, что реки, по берегам которых вырублен лес, мелеют. Дело в том, что в лесу талая дождевая вода медленно просачивается в почву и оттуда постепенно попадает в реку, питает ее. Если же лес вырублен, вода быстро потоками стекает в реку по поверхности почвы. И поэтому может возникнуть наводнение. Зато потом в реку долго нет притока воды, и она мелеет. Также лес – это защитник почвы, потому что ветер и потоки воды быстро разрушают почву в тех местах, где вырублен лес. Следующее. Лес – место отдыха человека. Поэтому мы нарисуем дерево и палатку под ним. Следующее. Лес – источник ягод, грибов, лекарственных растений. Вот здесь мы нарисуем лекарственные шампуни, которые выполнены с помощью сырья, которые из лекарственного сырья, взятого в лесу. И последнее. Лес – это источник древесины. Поэтому нарисуем здесь бревна. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.